Привет всем, с вами снова Татьяна, и сегодня я хотела бы снять такое немножко необычное видео. Близится праздник Хэллоуин в Америке, и вот мы пошли сегодня в шоппинг-центр, и смотрите, что я увидела сегодня. Это pumpkins. Pumpkins — это тыквы, является символом этого праздника Хэллоуина. Но я столько тыкв никогда не видела в своей жизни. Здесь вот такой небольшой рынок находится. Вот вы можете увидеть вот эту кукурузу, она растет, по-моему, на юге. Такая вот необычная кукуруза коричневого, черного, желтого цвета. А также вот различные виды тыкв. Существуют даже также маленькие тыквочки. Смотрите, дети фотографируются. Обычно такие тыквы выкладывают перед домом на крыльце. Здесь вот мини такие детские тыквочки, их можно разрисовать как-нибудь красиво, интересно. Обычно из них ничего не готовят, они просто для декорации, но тыквы, я вам скажу, они настоящие. Вот я вот так для обозрения вам покажу. Стоимость тыкв различная, в зависимости, конечно, от размера. Там нескончаемая. Рынок, я не знаю, это сколько нужно было гектаров земли, чтобы вырастить столько тыкв. Цены на них где-то вот это вот $14, $15, вот такая тыквочка. Здорово! И прям вот когда проезжаешь по улице, прямо такое нереально оранжевое пятно. Смотрите, сколько тыкв. Ну тут действительно на всю Шарлотт, наверное, хватит. Simpson Pumpkins. Тыквы Симпсона. Тележки такие стилизованные для тех, кто хочет купить побольше, просто чтобы было удобно нести. Выбирает тыквочку средненького размера. Но у меня, если честно, есть тыква, она только пластиковая. Она мне от кого-то досталась по наследству, там, из Рориных родственников. И я обычно ее ставлю на крыльцо. Я никак не разукрашиваю. Вот. Ну, просто какое-то, я не знаю, целое поле огородное из этих тыкв. Никогда столько не видела. Действительно, необычно, мне кажется. Я думаю, что вы тоже не видели в своей жизни столько тыкв. Вот. Ну а Хэллоуин обычно отмечают последнее воскресенье, по-моему, октября. То есть это будет вот 30-го, по-моему, с пятницы, нет, или в четверг ли отмечают. В общем, точно не знаю. В общем, последние выходные октября. То есть уже близится праздник, ближе к октябрю. А здесь такие необычные. Совсем необычные формы. Никогда таких овощей не видела. Здорово. Ну все, я, наверное, закончу на этом свое видео, такое необычное. О, нет, смотрите, что я еще увидела. I've never seen so many pumpkins. It's a lot. А здесь еще разрисованные тыквы, очень различные есть с Микки Маусами. Здесь написано Happy Halloween. Angry Birds даже есть. Спанч Боб для детей. И также есть ниндзя, кошка. Что тут еще? Есть, ну, паучки тут всякие, это все понятно. Ну, как интересно и креативно, да? Вот, что, казалось бы, обычная тыква, нет. Ее разрисовали. Вот тут, по-моему, даже котик или кто это. В общем, все, заканчиваю свое видео. Хочу вам пожелать Happy Halloween, счастливого Хэллоуина, если вы его отмечаете. Ну, я думаю, что я еще сниму несколько видео на эту тему, расскажу, как же все-таки готовятся, как украшают дома американцы на Хэллоуин. Ну, а сегодня закончу видео о рынке тыкв. Всем приятного дня или вечера. И подписывайтесь на мой блог, если вы этого еще не сделали. Заходите на мой сайт rushitusa.ru. И всем приятного времяпрепровождения и отличного настроения. До новых встреч, друзья. Пока-пока.